Ну, возвращаемся к игрушке Грэнни, глава 2. Итак, как я и обещал, мы сегодня попытаемся удрать, а точнее не попытаемся, а удерем от бабули и дедули на вертолете. То есть испробуем новый, так сказать, метод побега. Стараемся сдыхать как можно меньше и как можно быстрее искать предметы. Итак, погнали. Па-па-пам. Заглянем сначала к Кракену, там иногда что-то полезное валяется. Но в этот раз, походу, ни хрена нет. Да вообще редко тут что-то валяется. Так, а вон там что-нибудь есть? И тут пусто. Что-то меня обделили предметами в подвале. Значит, будем обыскивать первый этаж. Так, изолента, она мне не нужна. Здесь что-нибудь есть? Ни хрена. Так, деда нет. Ключ от лодки. Нахрен он мне сейчас нужен? И здесь ничего. Ну что за... Ключ от вертолета, но он мне сейчас не нужен. Я даже не добрался еще до этого вертолета. Пусто. Дед танцует. Значит, он наверху вместе с бабулькой. Блин. Вон он. Ой-ой-ой. Вопрос, если дед там, где бабка? Так, тут... Ну, здесь никого. Бабки. Бабки тут. Чё он там орёт, этот дед? Так. Здесь у мальца что-то лежит, но я не могу это взять. А здесь что-то есть? Да блин. Я думаю, мне дадут хотя бы электрошокер. Мне надо срочно разжиться оружием. Так, сейчас пойдут кормить. Кто, интересно, откликнется? Бабулька или дед? Надо быть осторожным. Сейчас пойдут кормить. Я на них натолкнусь. Бабулька. Так, опа. Теперь вы можете управлять вертолетом. Да ладно, так быстро. О, гаечный ключик. Хотя, ну, спущу я сейчас у него воду, и что это мне даст? Опа, а вот и дед. Отстань от меня, чертов дед. Бабулька идет. Щит! На меня сейчас грохнет. Зараза. Как-то я не додумался. Не дед, так бабка. Вот, блин, когда они вдвоем, это еще сложнее становится. Дед, он хотя бы глухой, но, блин. Если он ударит, то все равно жизнь заберет. Короче, сейчас бесполезно пока брать этот гаечный ключ. Сейчас он мне точно не нужен. Так. Здесь вроде ни хрена нет. Да, здесь ни хрена нет. Так. Опа. Ну ладно, давайте уж заберу свой ключ. А, хотя бесполезно. Ни хрена не бесполезно. Я сейчас там гранатами разживусь. Идемте за гранатами. О, тут бабка вон побывала. Нахрена она сюда кинула? Нет гранат здесь. А где они? А, они, наверное, у него внутри. Ой! Ну ты бабка дурацкая.
Ну окей. Где бы мне еще что-то найти полезное? Блин, надо как-то выманить бабульку и деда сверху вниз. И тут поискать. Опа, лом. Ой, блин, бабка. Нет, нет. Не сейчас. Давай. О, ломик. Сейчас будем ящики открывать. В них точно что-то полезное есть. Так, бабульку я заманил сюда. Там ключ, но он мне не нужен. Кажется, она меня спалила. Ножницы, они мне не нужны сейчас. Так, вот эта вот хрень мне будет нужна, но не сейчас. Так. Опа. Открываем эту дверку. Шокер! Ну все, народ, вам писец. Бабулька, давай, волочи сюда свою старую задницу. Дед, ты следующий. А, вот он. Не заставил себя долго ждать. Бан тебе. Так. Я заберу твой ключ. И откроем дверь. Здесь у нас дверная ручка, но она нам не нужна. Так, идемте картину собирать. Так, если я видел, короче, кусочки картины здесь вокруг, так понимаю, что эта картина находится где-то наверху. Потому что больше я нигде ее не видел. Я все обыскал и нигде ее не видел. Так. Это у нас ключ от дробаша. Так, ну пока... Ну, там у нас гроб с вампиром. Так, да, видимо, эта дверь ведет к вертолету. Отлично. Берем ключик. Давайте-ка дробаш откроем. Так, а там... что-то блокирует, короче, дверь с той стороны. Не знаю, что, но блокирует. И это хреново. Бежим вниз. Тут, в принципе, два способа. Можно вот так... А можно там спуститься. Надо замочить этого мелкого чмыря. Так как эти подохли, они мне ничего не сделают. Ну, я имею в виду бабулька с дедулькой. Слендрина сейчас там орать будет. Так. А, вон, третий фрагмент. А, блин, не та дверь. Хоп, замок открыт. Идем дальше. Так, опа, еще один замок. Я так понимаю, должен попасть вот в эти мишени. Сейчас мы этим займемся. Но, скорее всего, эти бабулька с дедулькой уже возродились. Ой, блин, я так и знал. Она уже респаун сделала. Точнее, респаун. Да, респаун, правильно. Не-не-не-не-не, бабка.
Сегодня ты меня не сожрешь. Дед дрыхнет. Блин, он сейчас встанет. Чё за... Так, вот он мой шокер. Ой! Блин, ну нахрена? И какая это уже... Тут какой день уже будет? Четвертый! Я думал, только третий. Охренеть. Уже четвертый день, блин. Да, это очень хреново. Надо срочно от них ото всех избавиться. Так, где мой шокер? Это... Старый дед, блин, пердун. Дай мне шокер забрать. Первым делом тебя сейчас грохну за то, что ты меня ударил. Ушлепище. Иди сюда. Вот ты где. Ой, блин. Ух ты, зараза, бабуля. Что за жеванный крот? Как я вас убью-то? Я вас убью когда-нибудь или нет? Так. Вот он мой шокер. Где дед? Где бабка? Вы сейчас сдохнете. Вот ты, дед. Ты сдохнешь первый. Да бери ты. Хватай. О, да что за гадство. Так, там... А, там ключ. Вот вопрос, где я дробовик свой кинул? Бабуля. Вот ты где. А теперь наведаемся к мальцу. Вот где мой дробаш. Иди сюда, животное. Ключ от сейфа. Надо посмотреть, что в нем интересного. Оружие мое лучше вытащить из этой комнаты. Чтоб оно на видном месте было. Так, нет. Нам это не надо. Сандрина, хорош орать, а то я и тебя подстрелю. Все, идемте палить по мишеням. Так. Ну хотя подождем заряжаться. Патроны, я думаю, там найдутся. Ну да, я ж там видел как раз. Вот. Да бери патрон. Стоять, не та дверь. Ну чё, народ, погнали. Так. Тут они, я знаю, могут на низком уровне быть. Сейчас дождемся. Ай, блин. Чё-то я припозднился. Слегка. Точнее, не припозднился, а не там выстрелил. Почему не стрелял? Я ж нажал. Вот что за ерундовина? Да, опять. Стой. Щит. Ну, блин. Есть одна.
Промазал. Дед дэнсит. Флекс деда. Дед съел деда. Я съел деда. Я съел деда. Ты не поверишь. А, ладно. Все, есть. Блин, только у меня нету больше патрон. Это хреново. Так, а что сюда надо? А, сюда нужна та хрень. Блин, а если я так пройду? Что-то мне кажется, тут какая-то смертельная ловушка. Потому что я знаю, провал был в полу в первой части. Если ты падал, то ты сдыхал. У меня последний день. Я судьбу искушать не хочу. Дед там? Деда там нет. Блин. Опасно. Бабуля. Бам тебе. Так, где я видел ту хреновину? Вот она. Зашибумба. Тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ту-тун-ту-ту-тун. Сейчас поставим. Ой-ой-ой. Чуть не прошелся. Так. Отлично. Мы прошлись. Вот она, вертолетная площадка. О, прикольный такой вертолетик. А, его надо заправить, я так понимаю. Так. Прикольно. Так. Я, по-моему, видел где-то топливо. Опа, я попал сюда. Круто. Так, а вот где я видел топливо? О, дед! Вот. Щит. Хотя, можно... А-а-а! Вот это дед лох. Как я его обдурил. Так, нужно топливо. Кстати, ключ еще от вертолета, я так понимаю, тоже пригодится. Топливо, топливо, топливо. О, шокер. Сейчас деда ботнем. Ты где, дед? Я тебя сейчас шокером ботну. Вот ты где. Бан. Бутудущ. Надо, наверное, ящичек скрыть. Так. Где здесь топливо? Где топливо? Топовик. Так, давайте ящик скроем. Вскроем ящик внизу. Так, нет, здесь дичь. Бобка! Давай, давай, иди сюда. Я сейчас тебя обведу вокруг пальца, а потом убью. Где мой дробовичок? Я его где-то здесь оставил. Вот он. О, как раз есть патрон. Иди сюда, бабуля. Я тебя сейчас угощу свинцом. Только подзаряжусь полностью. Надо ее вызвать сюда. А, идет.
Идет. Так. Тын-тын-тын. Топливо, топливо, топливо. Мне нужно топливо. Да, вопрос, зачем нужна изолента? Я думаю, тоже как-то для вертолета. Так, может быть, у мальца? Так, хотя нет, вроде у мальца, там нет ничего. Нет. Так, да где мое топливо? Алло. Срочно нужно топливо. Где мое топливо? Нет. Должно же оно где-то здесь быть. Топливо, 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 ты где? Там, что ли? Так, вот оно. Блин, чё ж я не догадался заглянуть в этот шкаф. Так, сейчас мы его заправим. Эй, блин. Отлично. Заправлен. Давайте дробовик возьму. Вдруг сейчас придется с бабулькой или с дедулькой воевать. Война так война. Так, кстати. Давайте-ка быстренько отнесем ключ от вертолета. Его открыть. С какой стороны надо заходить? О, блин, у него пулеметы даже есть. Интересно, а бабулю расстрелять можно? Так. Я еще не могу. Почему? А, ну да, надо воспользоваться изолентой. Так. Вопрос, как мне лучше отсюда спуститься? Спущусь-ка вот тут. Так. Я только кого-то одного смогу завалить в случае чего. Мне бы желательно обоих. Бабуля! Вот ты. Надо зарядиться. Типа мне патроны взять. Главное на деда не натолкнуться. Патроны! Ну я еще не спасен, хотя. Хотя сказать, я спасен. Спасен буду, когда убью деда. Так, вот тут у меня... Ага, он смотрит камеры. Вот сейчас там-то я его и грохну. На тебе, старый перец.
Все, ну наконец-то. Вот моя изолента. Тыщ. Окей, еще мне надо заматывать. Я не вижу, что тут надо заматывать. Так. Тыщ. Вот эту вот не надо заматывать. Вопрос, что заматывать-то? Если что-то надо заматывать, значит, должно быть, что заматывать. Алло. Что заматывать-то, прикажете? Я не понимаю. Блин, и что делать? Так, давайте-ка я прохождение посмотрю. Все, Adrian Baton, я наконец-то понял. Вот что надо склеить изолентой. Перемотать. Надеюсь, это будет надежная конструкция и вертолет не сломается. Так, о! Мы летим! И музон такой. Сейчас бабулька с дедом, наверное, придут такие офигевшие. Вон он. Там-та-та-та-там. Мы улетели. Ура! Вот такая вот новенькая концовка. Да, получить ее, собственно, гораздо труднее, чем две предыдущие. То есть, легче сбежать на той же лодке, и, я думаю, легче гораздо сбежать через главную дверь. Потому что на вертолет, ну, много всяких хреновин делать надо. И картину собирать, и по мишеням стрелять, и еще ловушку обезвреживать. И потом, наконец, этот вертолет надо заправить, подлатать, ключ найти, да и к тому же надо еще инструкцию найти, потому что без нее ты не сможешь летать. Пипец. Ну ладно, на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, то ставьте лайк.